Объединенная бумажная компания – единственное в России предприятие, которое производит термобумагу. Продукция используется для работы кассовых аппаратов и банкоматов по всему миру. Сегодня без термобумаги сложно себе представить любой бизнес. Более 5 миллионов контрольно-кассовых аппаратов, 300 тысяч банковских терминалов, 500 тысяч терминалов по приему платежей работают в России на ленте из термочувствительной бумаги. Объединенная бумажная компания организована в Калининграде в 2016 году. Уникальное производственное предприятие выпускает около 32 миллионов квадратных метров термочувствительной бумаги в год. Разработка химиков объединенной бумажной компании – это полностью российский продукт. На бумажную основу российского производства в цехах наносят термопасту, рецепт которой – ноу-хау предприятия. В июле 2017 года производство объединенной бумажной компании посетил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов и сотрудники правительства Калининградской области. По словам замминистра, предприятие имеет высокий экспортный потенциал и получит дополнительную поддержку федерального министерства на расширение номенклатуры товаров. Материалы о предприятии прошли в эфире федеральных средств массовой информации. А этот завод – единственный в России производитель термобумаги. Компания выросла в несколько раз от маленького цеха до крупного промышленного предприятия. Льготный режим позволит еще больше увеличить объемы производства. На данный момент мы обеспечиваем 10% российского рынка. Остальное приобретается за рубежом. В случае поддержки нас льготными кредитами, в течение полугода мы сможем выйти, заместить 30-40% импорта. В 2017 году крупнейшим потребителем калининградской термобумаги стал Сбербанк России. Сегодня все банкоматы Сбербанка России по всей стране работают на термобумаге, произведенной объединенной бумажной компанией. Кроме того, на калининградской термобумаге уже работают несколько торговых заправочных и аптечных сетей России. В 2018 году в результате финансового взаимодействия с Фондом поддержки предпринимательства Калининградской области объем производства компании увеличится в два раза. У российского производителя объединенной бумажной компании очевидное преимущество на рынке. Условия внешнеэкономической деятельности, курсы валют и правовая база внешнеторговых операций крайне нестабильны. Импортировать термобумагу российским потребителям становится сложно и невыгодно. Одновременно заграничные партнеры смогут оценить высокое качество продукции объединенной бумажной компании и ее низкую цену относительно импортных аналогов. Продукция объединенной бумажной компании не имеет аналогов в Калининградской области и в России. В коллективе предприятия более 80 сотрудников. Это высококвалифицированные специалисты, прошедшие строгий профессиональный отбор. Химики компании производят собственные разработки и исследования. На предприятии осуществляется жесткий контроль, который обеспечивает высокое качество продукции. Главное, термобумага обладает высоким спросом на территории всей России. Сегодня 90% используемой в России термочувствительной бумаги – импорт из Германии, Китая, Финляндии и Кореи. Объединенная бумажная компания покрывает только 8% российского рынка термобумаги. К 2022 году менеджмент компании прогнозирует увеличение объема рынка термочувствительной бумаги в полтора раза. Объединенная бумажная компания готова постоянно наращивать объемы производства, чтобы увеличивать долю импортозамещения и удовлетворять потребности российской экономики.